очередному звонку. Это новый быт, Чеховский район. Бегает собака. Наша собачка. И видите собаку? Вон она. Инай. Ну подойди. Она же тебя знает. Как тут знает? Зяна, иди, не бойся. Зяна, иди, что ли? Иди ко мне. Иди, Зяна, не бойся. Скажи, что у вас так много, да? Ну, иди, ласковая. Она иди ласковая, сюда. Девочка. Хорошая. Иди сюда. Все, пошла, пошла, пошла. Накормила я ее уже. Молодец. Она иди сюда. Обходи с той стороны аккуратно. Вот наша собачка. Домой хорошая. Ты испугалась? Ну, у тебя уже развязали. Ты хорошая. Ты хорошая девочка, да? Что? Скажи, намотали тут на меня. Покажи мне раны. Возьми ее на руки. Она не кусается же? Боится. Боится просто. Давайте. Давайте. Вот одна рана, да? И вон там под хвостом. Поднимай ее. Подними собаку. Учится. Подними, подними. Ой. Возьми ее на руки. Бери на руки собаку, давай машину. И я посмотрю, как раз ей хвост. Учка. Натас, учка. Давай, помоги. Да уж, конкретно тут рана здоровущая. Угу. Все, подожди. Все, давай машину. Сажай машину. Отпустим, отпустим, конечно. Сажай. Бери аккуратно. Все? Все, собака в машине, все хорошо. Все, что такое СНТ? Это жители, которые довольно часто прикармливают бездомных животных. А вот нести за них ответственность, когда тебе попадают в беду, почти никто не хочет. Начинают перекидывать, кидать друг на друга, говорить: хозяин есть. Но только грош цена тому хозяину, у которого собака, получив вот такую жуткую травму, по-прежнему остается без помощи на улице. Перед вами девочка, у которой страшная рана, и которую мы, забрав, еще выслушали не очень лестные эпитеты в свой адрес. Тихо, не бери вверху, вверху никогда не бери. Если ей больно, ох, ни хрена себе, да у нее здесь все разорванное. Тихо, малыш, только операция. Так, все? Так, ну аккуратненько сажаем. Моя хорошая, сейчас поедем к врачу, да? Сейчас поедем к врачу, девочка моя. Сейчас. Вся попа разорванная, ужас. Все будет хорошо. Девочку сразу отправили в клинику. И уже врач установил, что рана резаная. Края очень гладкие. Малышка сейчас находится в стационаре. Друзья, операции экстренные. Все, что мы могли, это довести до клиники. А там просто упросить врача в очередной раз принять нашего раненого зверя. Сейчас надежда только на вас, друзья. Пожалуйста, мои хорошие, отзовитесь. Не оставайтесь равнодушными. Прошу вас. У нас была очень страшная неделя. И очень много переломанных и искалеченных. Эта неделя просто ад. Прошу вас, помогите, друзья. Помогите нам.